Всем привет! Сегодня я решил показать заказ, который я делал для одного очень хорошего человека. Два паучера под магазины. Первый паучер, вот второй. Человек бегает с хайкапским пистолетом. Паучер рассчитан на два магазина хайкаповских. Что в нем примечательно? То есть первый, у него есть крепления на ремень, рассчитаны под ремень 40-42 миллиметра, то есть до 40 миллиметров, в общем, сюда спокойно влазит ремень. Эти крепления крепятся на два винта, и их, собственно, можно смещать выше, ниже, то есть паучер можно поднять выше относительно ремня. Углы у паучера загнуты, более комфортно носить его, то есть он более так анатомично, так сказать, что ли, сидит на вашем ремне. Еще одно свойство у него очень хорошее, это вот этот вот винт, который регулирует натяжение. То есть если вдруг ему не понравится натяжение, он может его ослабить либо усилить. Внутри у нас резиновые прокладки, и то есть за счет того, что мы крутим винт, у нас натяжение либо ослабляется, либо усиливается. Я ему сейчас настроил оптимальное натяжение, когда и магазины спокойно вытаскиваются, вставляются, и при этом ничего никуда не выпадает. Паучер сделан из кайдекса, 1,5 мм у него толщина. Ну, цвет черный. Так понятно. Черный, кстати, классик. Не знаю. Кстати, я прошу обратить внимание на как у меня края обработаны. То есть стараюсь уделять этому сильное внимание. Фантастические края. Палец по ним просто скользит, как по зеркалу. На это уходит достаточно времени для обработки. Ну и, собственно, такое вот небольшое обновление. То есть кому потребуются такие паучеры, можете заходить к нам в группу, ссылочка будет в описании. Ну а так на этом все, наверное. Ждите дальнейших видео с новыми обновлениями, с новыми заказами. Постараюсь сделать это регулярно, чтобы показывать вам, что мы делаем.